Ай, сраная змея. Я не знаю. То с уворотом работает, то с уворотом не работает. Я не понимаю, что здесь не так. Наверное, просто уворачивался от атаки. Я не знаю. Ребят, я не знаю. Я уже путаюсь. Я уже час прохожу эту сраную битву. О нет. О нет. Убери свои пакли от меня, а! Я... Это невозможно вернуться. Это просто бред. Этого невозможно увернуться! Это... Это... Ай, пожалуйста, закажите гроб для этой игры, а? Я уворачивался. Отлично, еще и два бесплатных удара он получил. Ну, по крайней мере, я знаю, когда вот этот вот хер с большими руками будет атаковать супер ударом, когда он вот так вот в стойку встает. О, боже мой, опять-то херня. Я не знаю, что с ней делать. What the f- Нихера себе, я увернулся. Ну это видите, на удачу все рассчитано. Ну, а теперь у меня нету хп, добивай. Я ничего не сделаю, хп нету. Я не хочу просто тратить время. Я не знаю, то получается увернуться, то не получается. What the fuck? Да что ты начал делать? Я обычно комбо мучу из четырех ударов. Нет, он начал какую-то херню, вот этой херней страдать. Да, естественно, сейчас я в жопе оказался. Ну это вообще легкая форма. Он только в ближнем бою атакует. Достаточно медленными атаками. Как? Я увернулся и нажал Y! Я подумал, что это я ее бью сейчас, если честно. Охереть. Легкая форма, да. Я это сделаю. Ха!
Impossible. О май гад! Уберите змей, пожалуйста. Дайте, оставьте только с руками, с маленькими ручками и с большими ручками. Я уже настолько надрочился на этой форме, что научился его убивать без потери. Без потери крови. Охереть. Мне надо 3 удара нанести, чтобы... Чтобы она новые ручки себе отрастила. Вау, я не верю. У меня даже ХП не полностью потеряно. Ну сейчас змеи будут, смотрите. А, нет, смотрите-ка. Вот это поворот, может быть, сейчас я смогу победить. А, окей, ворот не работали. Точнее, я не понял, где я нахожусь. Вау, смотрите, как все люди. И сейчас змеи, смотрите, под конец. Нет! Вау, может быть, сейчас я смогу выиграть? Ненавижу змей. Нет, падла! Я должен был уйти. Ну давай сейчас. Немножко же осталось. Да, детка, отрубай ей голову! Хаябуса, поцелуй! О, вот это был кадр. Хаябуса, поцелуй ее в этот шрамик. Шрамик небольшой я сделал. Господи, наконец-то я прошел это. О, господи. Зато я могу сказать то, что я познаю основы Ninja Gaiden 3. Я, не играя в Ninja Gaiden, смог пройти это дерьмо. Это что за дерьмо? Господи, лангольеры поганые. А он сдохнет, когда нет. Оно, они. Это. Беги, Хаябуса. Хаябуса мертв. И теперь мне снова придется бороться с боссом. Сначала, с самого начала. Слава тебе, Господи. Зато я прошел на нормале. Я не стал сосунком и не переключился на уровень геройский. Гимнический, или как он там называется. Вы действительно думаете, что вы меня сейчас остановите? Ты идешь с нами, Рью Хаябуса. И вы тоже, мисс Маклауд. Ну, вы мне, знаете, нет чувства завершения, то, что я что-то завершил такое. 43 минуты написано. 3 часа я проходил этот уровень. 3 грёбаных часа. 3 часа. Кому не нравится, кто хочет сказать то, что, мол, нахера ты не вырезал все неудачные попытки, придите ко мне домой, я вам пну куда-нибудь. Я вас закидаю всем, чем можно. Я теперь так же жестоко Хаябуса. Я вас отхерачу всеми табуретами, которые у меня есть дома, а сверху на вас положу стол и потом закидаю еще и нужным шкафом, который стоит у меня. А шкаф, скотина, тяжелый. Он, я не знаю, я подниму его или нет, но я его кину. Вас, чтобы вы вот там вот лежали и понимали, насколько мне было сложно это дерьмо проходить. А все почему? Потому что кто-то попросил меня пройти. А я же не сосунок, чтобы проходить на геройской сложности. Не, ну я, конечно, немножко осилил, я понял игровую механику и... голос я посадил. Простите. Это просто потрясающе. Я осилил половину игры, наверное. Вау. Боссы — это садизм. Если дальше так продолжится, то я буду на боссах включать героическую сложность, а то это вообще капец.